В Ивановском доме художника открылась персональная выставка Владимира Колобова. Вернисаж приурочен к 60-летнему юбилею художника. Здесь представлены как самые ранние работы, графические, так и живописные. С холстом и красками Владимир Колобов работает относительно недавно, и планы на будущее у автора огромные. Не хочу куда-то забрасывать кисти, а наоборот, хочу больше работать и стараюсь использовать для этого любое время. Дело в том, что моя-то основная работа, я преподаю в художественном училище, а это в свободное от работы время. То есть это хобби, которое вот хочется, наоборот, этим больше заниматься. Большой известностью пользуются иллюстрации к произведениям Пушкина, которые Владимир Колобов сделал более 20 лет назад. Художник оформлял книгу «Венок Пушкину с земли Ивановской». Другая часть работ посвящена природе. На полотнах запечатлено Белое море и хорошо знакомые ивановцам виды плеса. Когда смотришь на его полотна, связанные с архангельскими пейзажами, то ощущаешь запах и мха, и поленницы действительно, и вот этих деревянных старых домов. Вот это есть у него, какая-то музыка звучит, тоже такая же скупая, но мелодичная в то же время. Более 30 лет Владимир Колобов преподает в Ивановском художественном училище, заведует отделением дизайн среды. Он подготовил свыше 200 дипломников. Всем своим ученикам Владимир Колобов напоминает: красота вокруг нас, надо просто уметь ее увидеть. Для художника это главное. Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.